Друзья, добрый вечер. У нас 16:50, и я, как и обещал, дам вам подарок от себя, то, что называется матрица ресурсных состояний. Что это такое? Очень часто к вам будут приходить клиенты с запросом на то, что я хочу счастья. Я хочу счастья, я себя не чувствую счастливым, хочу больше счастья в жизни, раньше счастье было, а потом счастье закончилось и так далее. Мой для вас очень короткий инструмент. Каждый раз, когда вы слышите слово «счастье», это очень четкий маркер. Счастье для человека, на самом деле, это не какое-то отдельное чувство. Потому что счастье, как вы знаете, у всех разное. Но есть нечто общее у счастья. Счастье – это то чувство, которого человеку не хватало или не хватает уже очень долго. Счастье – это потребность в чувстве, которое долго не удовлетворялось. Например, если вы долго не пили воду, то выпить воду – это счастье. Такая вот метафора. У человека, как многие из вас узнают только сегодня, у человека есть 5 базовых чувств. Всего 5. Это не эмоции, это именно чувства. Это 5 телесных состояний, в которых может находиться человек. Эти состояния, они естественные, они конструктивные, они полезные, и они всегда следуют одно после другого. И каждое из этих состояний тела, еще раз, это не про психическое состояние, это про состояние тела, характеризуется определенными телесными ощущениями и вызывает определенные реакции внутри вашей психики. Первое чувство, с которого все начинается, это радость. Радость – это состояние активности, состояние расширения, это то, что вызывается эндорфинами, и радость, она дает человеку возможность, потому что каждое чувство не эмоция, а чувство человека дает ему возможность делать то или иное действие и возникает в человеке для той или иной задачи. Радость дает человеку возможность принимать новые вызовы и с энтузиазмом начинать новые проекты, вообще любые. Поэтому если у вас нет чувства радости, то у вас нет ощущения общей гармонии, нету ощущения части себя как большой системы, вы ощущаете себя изолированными, нету ощущения контакта с миром, есть ощущение, что я отдельно, мир отдельно, что-то никто вас не понимает. И это означает, что человек хочет радости. Когда радость есть, есть у него ощущение общей гармонии, у него есть ощущение, что он часть большой системы, есть ощущение взаимодействия с миром, растворения в мире, что я везде, я во всем. Именно поэтому в современном мире очень стали популярны медитации такого индийского типа, которые дают ощущение радости. Но также это далеко не единственное ощущение, за которое может приходить человек. Он может вам описывать, что, знаешь, я всегда напряжен, у меня какое-то беспокойство внутри, у меня какое-то внутреннее постоянное сопротивление, я как-то не уверен в будущем, у меня в голове какой-то туман, я не могу доверять миру, а у меня есть ощущение, что мои проблемы, они нерешаемые. У меня ощущение есть безвыходности. Вот, у меня ощущение полной потери смысла жизни. Это означает, что человек очень долго не бывал, еще раз, друзья, не бывал в состоянии печали. Печаль это чувство, очень сильно отличается от эмоций уныния. Печаль это состояние успокоения, состояние ясного сознания. Это состояние, когда человек перестал что-то активно делать, и это состояние, когда человек думает о прошлом. Поэтому в современном мире все остальные чувства, кроме радости, считаются социально негативными. То есть это плохо быть печальным, тревожным, быть в страхе или проявлять гнев. Хотя на самом деле без этих состояний никакого развития не происходит, и человек умирает. Вначале психически, потом психологически, потом душевно, а потом и физически. Так вот, печаль – это абсолютно необходимое состояние, когда вы думаете о прошлом. Печаль – она состояние тела, когда оно такое интровертное, спокойное, уравновешенное, когда человек думает о прошлом. И это не эмоция уныния, это состояние печали. Состояние печали абсолютно необходимо человеку для того, чтобы обдумать прошлое, сделать выводы и пойти дальше. Без печали это невозможно сделать в принципе.
Или человек, а к вам приходит и говорит, что мне ничего не интересно, мне ощущение, что все банально, все уныние, я не знаю, зачем мне развиваться, что я ничего не успеваю. Это означает, что он находится в эмоции беспокойства, то есть у него нету чувства тревоги. И когда у человека такое тревожное состояние, его не надо убирать. Ему надо дать задание «пиши свои цели». Когда у человека беспокойство и тревога, ему не надо убирать эту тревогу, это его ресурс. В этот момент ему надо писать цели. То есть сделать так, чтобы он осознал, куда он движется, куда он идет, поставил цели. Поскольку когда человек поставил цели, и цели в будущем ему ясны, его тревога заканчивается и включается страх. Страха есть тоже два вида. Есть страх как чувство, а есть страх как эмоция. Страх как чувство, то есть конструктивное, это называется мобилизующий страх. Есть страх как эмоция, это парализующий страх. Страх – это состояние организма, когда человек четко оценивает свои ресурсы и понимает, что этих ресурсов недостаточно. И страх в этом смысле очень полезен. Поэтому не надо избавляться от страха. Страх – это очень полезная штука. Страх вам говорит, что ресурсов, которые у тебя есть сегодня, недостаточно. И в этом плане очень часто коучи, они бывают очень, очень вредны. Бывают полезны, а бывают вредны. Они говорят, что нет у тебя, там есть на это ресурсы, надо только найти. Друзья, это неправда. Часто, не всегда, но часто ресурса объективно нету. И его надо накопить, или попросить, или взять, или одолжить, или что-то еще. Когда у человека страх, это означает, что он оценивает количество своих ресурсов как недостаточное. И надо сделать одну из двух вещей. Или ему показать, что ресурсы есть, или понять, что их реально нету, и надо где-то их найти. То есть попросить помощи и поддержки. Потому что когда у человека есть страх, но страх как чувство, как мобилизующий страх, у него появляется чувство гордости, у него расслабляется живот, у него появляется чувство уверенности в себе, уважения к себе, желание о себе заботиться, желание заботиться о других, убирание конфликтов и границ с миром, ощущение надежности, что я могу наконец расслабиться, что мир без меня не разрушится. Отсюда, кстати, гиперответственность. Ощущение, что жить легко, и такое ощущение, что мир расширяется. И если люди приходят к вам с таким запросом, что у меня нету счастья, в том смысле, что нету гордости, уважения к себе, и так далее, подобное, то ему не радость нужна, ему нужен страх. То есть страх мобилизующий. То есть чтобы человек смобилизировался и ресурсы получил. И только потом включается у него гнев. Счастье в гневе – это ценность себя, что я классный, что у меня такая мобилизация, драйв, такое взбудораживание, такой вот тонус жизни, а у меня есть желание действовать. А мотивация, кстати, здесь живет. Чувство победителя по жизни, как сегодня поговорили кто-то. Желание вкладывать в себя, что действовать легко, и я чувствую наслаждение от всего. А так вот, друзья, наслаждение от всего – это тоже не радость, это гнев. То есть это адреналиновое чувство. И поэтому, если человек говорит, что я себя не ценю, у меня нет мобилизации, у меня апатия, то это не печаль, это мало гнева. Желание действовать, что я чувствую себя неудачником, что я не хочу на собой заниматься, мне очень тяжело действовать, что я ничего не чувствую наслаждения. Это означает, что мало гнева. И эта матрица, она помогает вам понять, какого чувства не хватает у человека и что ему надо сделать для того, чтобы он стал счастливым. Если у него нет радости, ему надо начать новые проекты. Новые отношения, новую работу, новую книгу, неважно, любой новый проект. Если у него не хватает печали, то есть ему надо заняться печалью, то есть проанализировать прошлое и сделать выводы на будущее. Если у него тревога, ему надо писать цели. То есть четко снова и снова писать цели. То есть чтобы он четко понял, куда он двигается. Если у человека не хватает страха,
тогда ему надо оценить ресурсы и понять, какую поддержку и где он может и от кого получить. Если у человека не хватает гнева, ему нужно просто погневаться. Сделать так, чтобы он начал действовать, и чтобы он замотивировал себя и других, чтобы он проявил гнев. И последнее, что вам надо знать про эту матрицу, сегодня само собой, это то, что чувства всегда сменяют друг друга. Радость всегда переходит в печаль, печаль в тревогу, тревога в страх, страх в гнев, гнев в радость. Это, друзья мои, матрица ресурсных состояний.